Так. Вячеслав Николаевич настолько часто вызывал этого парня на сцену, что ему уже просто тошнит от одного имени его. Поэтому сделаю это я. Мне еще пока он нравится. Мне еще нет. Шутка, 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 не подумайте ничего. Георгий Вишневский. Я думаю, пару лет он уже будет пытаться пробиться в стены нашей музыкальной школы преподавателем. То, насколько он хорошо начал играть. Но не зазнавайся. Сыграет там две композиции. Первую какую называется? Take Five. Джазовый стандарт. Сыграть фрагментик из этой пьесы. Пикап записывается.